С вами Николай Пименко в проекте «Дата». Сегодня 9 июля. У родившихся в этот летний день 1751 год в этот мир приходит Николай Шереметьев, граф, организатор странноприимного дома в Москве, ныне больницы имени Склифосовского. В детстве он был любимым товарищем цесаревича Павла Петровича. При Екатерине II был назначен сенатором, а после воцарения Павла – обер-гофмаршалом. Император возложил на него тяжелую задачу преобразовать двор и устранить злоупотребления. Но с этой задачей на Руси еще, как вы понимаете, никто не справлялся. Вскоре для Шереметьева были совершенно затворены двери кабинета Его Величества, по выражению самого графа. Никола Тесла родился в 1856 году, изобретатель в области электро- и радиотехники, по происхождению серб. В 1888, уже будучи в США, описал явление вращающегося магнитного поля, разработал многофазные электрические машины и схемы распределения многофазных токов. Пионер ВЧ-техники, генераторы, трансформаторы, исследовал возможность передачи сигналов и энергии без проводов. В общем, человек-легенда. И все время, что называется, в тренде. В 1898 году рождается Ольга Андроповская, народная артистка СССР, лауреат государственной премии. С 1924 года работала в труппе МХАТа. А в 1933 году родился Лем Климов, кинорежиссер. Агония, спорт, спорт, спорт. В страшном октябре 42-го мальчишкой, по его собственному более позднему признанию, он побывал в аду, когда с мамой и новорожденным братом уезжал из пылающего города в эвакуацию. Наверное, оттуда пронзительное видение военной темы в его последнем фильме «Иди и смотри». Ну а 80-е – это самые трагические годы для Лема Климова. В автокатастрофе погибает его нежно любимая жена, сокурсница по ВГИКу и соратник по кино, режиссер Лариса Шипитько. Лем не только снял едва начатый Ларисой фильм «Прощание» по повести Распутина «Прощание с матерой», но и сделал полный любви, тоски и светлой памяти фильм «Лариса», посвященный Шипитько. В 1933 году появилась на свет Зинаида Кириенко, российская актриса, «Тихий дон», «Судьба человека», «Любовь земная», «Два капитана», фильмы с ее участием. Ну а в 1938 году Лия Ахиджакова. Появилась на свет в Днепропетровске, окончила Государственный институт театрального искусства имени Луначарского. Удивительно, но в кино у нее почти нет главных ролей. Тем не менее, зрители помнят и любят всех ее героинь. Завклубом в кинофильме «Москва слезам не верит» или учительницу в «Иронию судьбы». Ну и, конечно же, неподражаемую Верочку в «Служебном романе». Кстати, за эту роль Хиджакова была удостоена государственной премии. Это редкость для того времени. В 1956 году рождается Том Хэнкс, американский киноактер, получивший «Оскар» как лучший актер за главные роли в фильмах «Филадельфия» и «Форрест Гамп». В последнее время принимал участие в съемках сразу нескольких фильмов произведением писателя Брауна. По словам самого Хэнкса, в детстве он хотел быть астронавтом, но у него, к сожалению, не сложились отношения с математикой. Хэнкс является активным защитником окружающей среды, а также фанатом миссис Марпл, придуманной Агатой Кристи. В 1978 году рождается российский актер театра и кино, кинорежиссер Дмитрий Дюжев. Ну а теперь о событиях этого дня. 1595 год. Иоганн Кеплер описывает геометрическую твердую конструкцию Вселенной. Он обладал чувством прекрасного. Всю свою сознательную жизнь пытался доказать, что Солнечная система представляет собой некое мистическое произведение искусств. Сначала он пытался связать ее устройство с пятью правильными многогранниками классической древнегреческой геометрии. Но потом открыл три закона на основе анализа астрономических наблюдений Тихо Браге, изложенные в опубликованных им работах между 1609 и 1619 годами. Именно они описывают идеализированную гелиоцентрическую орбиту планеты. 1941 год. Военная коллегия приговаривает русского генетика Вавилова к казни по обвинению в шпионаже в пользу Англии. К тому же его обвиняли еще и в принадлежности к антисоветской организации «Трудовая крестьянская партия». В итоге обвинен во вредительстве и все-таки шпионаже, приговорен к расстрелу. Все проходившие по этому делу осужденные были расстреляны.
В отношении Вавилова исполнение приговора по инициативе Берия было отложено и позже заменено 20 годами заключения. Директором Института генетики после ареста Вавилова назначен Лысенко, который к лету 41 года завершил начатый еще в начале 30-х годов разгром реакционной формальной генетики, сопровождавшийся арестами и физическим уничтожением друзей и сотрудников Вавилова. Но уж очень хотелось руководить. 1971 год. На знаменитом кладбище Пер-Лашес в Париже хоронят Джима Моррисона. В 1990-м надгробный камень с его могилы будет похищен. На следующий год отец музыканта установит новый памятник с греческой надписью на нем. Это как бы знак примирения с сыном, который порвал с семьей в юности. Греческую надпись переводят по-разному, но нам ближе перевод «верен своему духу». 1974 год. Председатель КГБ Андропов подписывает приказ о создании спецподразделения по борьбе с терроризмом. Так начинается история знаменитой «Альфы». Первым командиром подразделения становится Геннадий Зайцев, который позже станет героем Советского Союза. Но еще об одном событии подробнее. 1762 год. Государственный переворот. Императрицей России становится Екатерина II. Петр III проводит это лето в Ораниенбауме, а его супруга Екатерина Алексеевна в Петергофе. В их семье глубокий разлад. Петр не скрывает своей нелюбви к Екатерине и при всех обижает ее и грозит заточить. Готовя развод, он уже намечает себе в жены племянницу своего канцлера, одну из графинь Воронцовых. Духовенство и гвардия тоже не взлюбили императора за его преклонение перед Пруссией. Екатерина, что называется, отлично пользуется ситуацией. Вельможи очень осторожны и скрытны, а гвардейская молодежь смела и решительна. Во главе ее стоят пятеро братьев Орловых, особенно активную роль играют Алексей и Григорий. В этот день, рано утром, они тайно вывозят Екатерину в Петербург и провозглашают ее императрицей и самодержицей Екатериной II, а сына Павла Петровича – наследником престола. Все войска присягают Екатерине, народ ликует. Вечером Екатерина выступает вместе с войсками в Ораниенбаум, но Петр не решается на борьбу и на следующий день подпишет отречение от престола. Но потом и погибнет при невыясненных до конца обстоятельствах. С вами был Николай Пименко в проекте «Дата».